Ну вот. И нет. И нету зуба. Вы? Божечки мой, там ваши руки золотые. Нет, синие. 71-летняя жительница Гоптовки Любовь Сокол ждала встречи со стоматологом из Вильнюса 3 месяца. Признается, терпела боль, но зуб удалили за несколько секунд. Я ожидала, я готовилась. Там у меня еще дед сидит, скажет, он же мне: «Люба, иди с Богом, может же как-то терпи, может». Кристина Жедас приезжает в Харьковскую область и Гоптовку уже второй раз. Впервые она была здесь летом и принимала пациентов в единственном уцелевшем помещении села – местной библиотеке, без света и воды. Сейчас врачи-стоматологи привезли с собой мобильный стоматологический комплекс и другую аппаратуру, которая может работать на аккумуляторах. Есть и микромотор, и ультразвуковой аппарат, и возможность отсасывания слюны и воды. И потом, что нам очень не хватало, то тоже рентгенодиагностики, потому что мы практически слепые без рентгена. Первый раз, когда приехали, мы уже эти самые болючки удалили, а вот теперь уже шаг вперед, что-то можем и полечить. 69-летняя Екатерина пришла на прием к семейному врачу. Она стала плохо слышать. Женщина считает, что ее барабанная перепонка была повреждена из-за непрекращающихся обстрелов во время оккупации Гоптовки. А взрывы какие были? Наверное, от взрыва. Под Волежко прятались. Страшно. А на нервах. Прям вертолет летел между домами, между нашими, там двухэтажки есть. И мы даже русского солдата видели, вот его лицо, он как улыбался. Как... Ну не стрелял, стрелял дальше, а летел на Россию. До войны в Гоптовке была амбулатория, где принимали и семейные врачи, лаборатория и своя стоматология также были. Российские военные во время оккупации жили в этом здании. Украли все оборудование, а когда убегали, разрушили его. На жаль, у нас... К сожалению, у нас не уцелело ничего. Вот возле меня наш клуб был реконструирован, новый, разрушен полностью. Разрушена медицинская амбулатория, школа, ничего не осталось. Вот мы живем только с помощью врачей, в том числе из других стран, которые нам оказывают постоянную помощь. Для литовцев это уже третья поездка в Харьковскую область с момента деоккупации региона. Они специально выбирают самые отдаленные населенные пункты и работают даже там, где противник не прекращает обстрелы, рассказывает в Дергачевской военной администрации. Недавно врачи проводили медицинское обследование и помогали в казачьей Лапани. Как раз враг нанес туда более 10 ударов. Причем прицельно старался попасть в район больницы, в которой в то время работали литовские врачи. Пришлось им полежать на полу, переждать, пока пройдут обстрелы. И я с ними после этого общался. Они говорят, на себе почувствовали ту агрессию и страх, которые переживают здесь люди. 3 недели команда из 6 врачей-волонтеров работала в Харьковской области. Они объехали всю Дергачевскую общину, Циркуны и часть сел и поселков Изюмского района. Координатор миссии Скирмантас Крункайтис говорит, что на родине в Литве он собирает пожертвования и работает с благотворительными организациями, чтобы привозить в Украину медикаменты и оборудование, а также приглашает медиков, согласных лечить людей бесплатно. Потому что я знаю, как помогать. У меня есть образование в медицине. И вот здесь, в некоторых регионах Украины, я могу им помочь. Это вот, как, ну, я чувствую такой цел, что то есть мой, и это нужно. Люди очень много пострадали, и вот я так могу поддерживать немножко. Уже в ноябре в Харьковскую область из Вильнюса снова приедут стоматологи. Несколько команд будут менять друг друга каждый месяц, говорит Скирмантас, так как война еще не закончилась, и медицинская помощь людям очень нужна. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.